Вот 13 мая 2016 года приехали в Потеряевку на день деревни. 25-летие через день будет, воскресенье, послезавтра. И вот показываю пруд, это искусственный пруд, мы вырыли его бульдозерами, ехали буквально в первый же год. Здесь маленький такой, как лужа была. Ну и было много здесь, 17 или 18 больших деревьев, вот которая склонилась вот здесь вот. Примерно вот такие. Кто приедет к батюшке сюда? А я с ними днем поговорю, я говорю, как батюшка ляжет спать? Ну, мы тогда и выйдем опилить. И он встанет, там уже напилили. И так постепенно все спилили. Спилили эти деревья, убрали. Ну, а потом бульдозера, большие катапиллары, как называют американские, корчные, пригнали сюда. Верхний слой отдельно сняли плодородный в кучу, а глину сюда, вот где я стою. Это первый дом был, вот сейчас я его покажу. Первый дом. Вот, вот сюда вот я иду, сейчас поднимаюсь, это глина. Вот. Ну вот первый дом, вот он на глазах у нас. Вот он стоит. Он из самана, потом кирпичом обложили. А теперь я сверху показываю на это озерко. Купались, 2 метра глубина. Вот интересно, раздевалка. Столбы закопали, и столбы стали деревьями. Здесь вот тоже. Вот. У, как тут глубоко. Тут 5 метров выбрали, такая куча. Вот это Иосиф тут построился. Еще не до конца, но уже живет. Вот так. Сейчас я... здесь была баня. Он сломал. А там, где он Глушковский дом, там Виталий был. Он его построил, потом переехал в Творчино. Вот. Тут крапива. Вот он стоит, домик. На фундаментах у него. Сколько длина и ширина? 1, 2, 3, 4, 5. Ну, около 6 метров. Есть кто или нет. Вот это первый дом. И вот моя работа. Вот фронтон я зашивал. Вот это вот. Дальше скворечники. Это моя работа. Шариков так говорил. У меня было в саду у отцовом 123 скворечника. Я с птицами люблю заниматься. Ну что, рассказывай. Ну, покажи комнату-то. А, проходите. Чего не зовешь-то в гости? Да вы не напрашивались. Ну зачем я буду проситься? А, вот как. Мир дома всему. С миром принимаем. Так, дальше то что у тебя тут прилежит делать? Так, дальше стены надо до конца возвести будет. Здесь что будешь делать со стенами-то дальше? А, вот данную обшивать надо будет. Обшивать чем? Лесом. А там будет тогда щель такая там? Воздушная подушка, да. Ну да. Какая ширина, длина? 5 на 5,5. 5 на 5,5. Это твой лежак? Да, время. На досках. Видите, как в деревне интересно. В деревне хоть что не поверни, все интересно. А печку кто делал? Это брат Андрей делал. Андрей делал, да? Он пластик положил. Это правило, по всем правилам. Она тепло не сразу отдает. Она маленькая, почти сразу отдает. Так, а это у тебя что, русская печь? Не, это камин. Небольшой камин. О, вон как. У тебя свет-то тут есть? Так, сейчас, свет-то... Ну-ка. Вот такой, если. Ага. А электричество-то тоже у тебя есть? Ну, пока временное. Ну. Удлинитель. Ну, так, да, подвели, розетка одна есть. Понятно. Никто тебя тут зимой-то не беспокоил? Ничего? Не, хорошо тут. Хорошо. Тихо, спокойно. А посуда-то у тебя как много? Это у тебя что, рассчитано на гостей? Ну да, и гости уже были. А интернет-то ты наши встречаешь там позывные? Что у нас выставляется, смотришь? Ну, на вашем канале «Во свете Библии», да, смотрю некоторые ролики. Видеоканал. А цветы-то где взял такие? Это мама дала.
Это герань, по-моему. Да, да. Очень интересно. Понимаешь, вот эта всякая такая новинка, интересная она, не шаблонная. Видите, выставка как строится, изображение Христа. Хорошо жить в деревне. Видите, какие балочки он взял. Там у тебя еще второй этаж будет? Да, будет второй этаж. Ты не замерзал ночью-то, зимой-то? Ну, да нет, так-то нормально. Ну, какой держаться примерно температура-то? Ну, если ночью ложился, 25, днем, утром встаешь, 15 уже, вот так. На 10 градусов температура падала за ночь. За ночь на сколько она-то? А было... На 10. А ложился спать сколько? 25. А остаешься 15? Да. Ну, так он не закончен у тебя дом-то. Ну, да. И снаружи еще обшивать будешь? Конечно, конечно. Досками? Да. А сверху досок еще будет? Да ничего, покрашу их, да и все. Угу. Вот так. Мне нравится это все, вот так, когда люди живут. А рамы кто делал, покупали? Это Андрей, не, вот Андрей, вот эти все четыре рамы, это он делал. Это Андрей, он мастер в этом деле, да? Понятно, и Андрей тут делал. Это все он бесплатно тебе? Ну, печку только бесплатно, но все остальное... А кирпич-то где брал? Покупали. Покупал. А почем 1000 кирпича? Вот один кирпич 9,5. Рублей? Да, рублей. Ну, значит, 1000, это 9,5 тысяч. Ничего себе. Вот это цены. Ладно, благодарю, пошел. Мне интересно это все. Вот у тебя тут ручка-то какая, ну, мировая. Это пока все временное, поэтому... Да все временное, это она вообще мировая ручка. Сучок загнутый. Вообще. Понимаете, это все... Вот тут у тебя, ты не упадешь тут? Ну вот так-то, нет, аккуратно, нормально. Что-то шевелится слабенько так. Ну вот последняя ступенька расшаталась, что-то, ну, надо, я подправлю ее потом. Ладно. Так, ну что у вас там насчет гаража-то вот этого? Ну пока так вот, заглохло, как бы никак. Там ничего нету пока? Ну я свои вещи храню, ну да, пока. А скотину какую думаешь держать? Ну вот пока этими поросята. Поросята. А как Игорь, вот коровой занимается, а батюшка овечками, это не проще? Да не, почему? Думал, ну как бы я пока один, поэтому там с той же коровой, как бы одному это, понимаешь, тяжело. Дело в том, что на свинью надо покупать, а тут только накосило и даром. Наш отец, когда сказали, от Хрущева можно держать поросенка или овечку, он говорил, нет, овечка лучше, она сено, говорит, ест. Вон, видишь, идет Андреева жена. Тут все на глазах. Вот она как на велосипеде. Все при ней. Понимаешь как? В городе ничего не увидит, друг друга не знает. Там моя, вон, видать, балерина, я дальше говорил. Это я и не вижу, где она у меня. Вот она. Чуть-чуть видать. Тоже. Ладно, не замерзнем, все.